В рамках проектов «Локомотивы роста» и «Новая школа» партийцы обсудили возможности сотрудничества с руководством Одинцовского лицея номер 10. Встреча прошла на базе Федерального научного центра овощеводства, которым руководит депутат Совета депутатов Одинцовского округа от «Единой России» Алексей Солдатенко. С сентября прошлого года лицей стал базовой школой Российской академии наук. В ближайших планах экскурсия для учеников лицея в научный центр.